Гомельская областная организация Белорусского союза жанчын протягивает реализацию проекта «Адукация без перешкод». Он упершиню ожитевляется в нашей краине. Удельницы 25 жанчын с порушениями слыху. Зараз яны отрымливают навыки цирульной справы и макияжу. Люди с обмежеванными махчимостями часто мают складанности у отримания адукации после школы, а потом с працеулаткованием. Миновито тому проект з'является запотребованным. Полный курс включает больше, как 60 занятков. У программе теория, работа с моделями и практика у салонах. Выпуск запланованы на конец листопада. Каждая удельница проекта сможет продемонстрировать свой неповторный образ. Это возможность что-то изменить в нашей жизни. В перспективе это будет возможность для неслышащих людей показать то, что мы можем еще больше. Нам удобно, когда к нам приходит глухой человек. Мы его понимаем и сделаем свою работу. Мы узнали много нового, интересного и увлекательного. Особенно интересно проходит практика. Мы давно друг друга знаем, но здесь мы еще больше сблизились, больше подружились. Раньше мы только знали друг друга по именам, но не общались. Слышащие люди работают, а я глухой человек. Я не могу объяснить, какую модельную стрижку я хочу, какой цвет покрасить волосы. Мы хотим помогать другим глухим людям, чтобы они приходили и уходили от нас с удовольствием. Удельницы проекта отримали от организаторов и партнеров набор профессийных инструментов и косметики. Далее жанчыны смогут выкарыстовывать отриманные веды как для себя особисто, так и у предпринимательской деятельности, у тым лику у работе с людьми с порушениями слыху.